Всем привет, Алекс. Явно переоценил возможности. Ну вот это первая точка нашего летнего лагеря. Доехал сюда, ну а здесь все раскисло. Так называемый змеиный уголок. Уже здесь бывают, по-моему, кроме меня их никто не видел. Я видел замечательные милые животные. Но вот сейчас все полностью раскисло и хочется дальше уйти. Ну, даже не знаю, как это моя старая лошадка все это выдержит. Все-таки думал, что подморозило. И вспоминаю прогулочки 7 и 5 января, да, когда я долетал до 4-5 маршрута. Какой 4-5? Вот первый. Я стопорюсь. Ну, надеюсь, что-то будет дальше, более-менее приемлемое. See you, goodbye, Алекс.